В нашей жизни есть праздники, которые наполняют мир чем-то необыкновенно прекрасным. Определенно, одним из таких праздников является Рождество Христово. В эти дни люди поздравляют друг друга, стремятся разделить эту радость с самыми близкими и дорогими. А ведь 2000 с лишним лет назад в этот мир пришел тот, кто сотворил этот мир. 2000 с лишним лет назад Бог стал человеком, и родился он в обычной пещере для скота. И каждый год православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. И в этом видео мы бы хотели поделиться с вами этой рождественской радостью. Не случайно мы ведем свое летоисчисление от Рождества Христова, от того события, которое произошло 2000 лет назад. Пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа в виде младенца открыло для нас путь к спасению. Он нам явно указал, как нам надо жить. Рождество для меня один из самых великих и светлых праздников. Знание, которое нам принесло Рождество Христово, это знание света, знание правды, знание того, как нам надо жить в этом мире. Знание, что есть хорошо, а что есть плохо. Вот лично для меня Рождество является путеводной звездой жизни человеческой. И для себя я осознал, что самым главным и самым важным в жизни является служение Богу. Для меня Рождество Рождество Бога, а Бог для меня — это смысл. Когда я, скажем так, познал Бога, у меня появился в жизни смысл, поэтому для меня Рождество — это рождение смысла. Это прежде всего, когда ты даришь свою любовь своим близким людям, когда ты получаешь ее взамен. Это рождение Господа, Его Сына, и это вот прям начало всех вот начал. Это всегда очень теплый, нежный праздник, которого мы все очень-очень ждем целый год. Всем своим друзьям каждую зиму я дарю подарки не на Новый год, а на Рождество. Многие не понимают, с чем это связано. Я рассказываю им, я бы очень хотела, чтобы они прониклись этим праздником и относились к Рождеству так же, как пытаемся делать это мы. Вот, поэтому Рождество для меня – это любовь. Это один из главных праздников моего детства. Праздник, окутанный магией добра и уюта, когда все дарят друг другу подарки, заботятся друг о друге. И все это такое торжество переходит в кульминацию торжественной и прекрасной рождественской службы, где действительно Христос рождается, Его славим.
Бог с нами, а мы с Богом? Вот этот вопрос зададим себе в праздник Рождества Христова. На этот вопрос постараемся ответить всей нашей жизнью. И поможем тем людям, которые еще не познали Бога, которые еще не почувствовали Его в своей жизни. Поможем им обрести Бога для того, чтобы эта Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к родившемуся Богом-младенцу Иисусу, возгорелась и в их сердцах, и для того, чтобы и их она привела к Господу нашему Иисусу Христу.